Дорогие друзья, здравствуйте! Вы только посмотрите, кто у нас сегодня в гостях. Это потрясающая Нина Витальевна Зверева, Светлана Иконникова. Про Нину Витальевну можно сказать, что это журналист и учитель журналистов. Опыт работы... Я сейчас крутых олигархов учу, людей из списка Forbes. Что вы, я давно уже перестала учить журналистов. Нина Витальевна опытный спикер и учитель спикеров. У вас, я брала информацию, вы знаете, с вашего личного сайта. Мне очень понравился этот подход. Кратко, емко и сразу понятно обо всем. Вот, буквально в двух строчках. Нина Витальевна профессиональнейший журналист в нашей стране. У Нины Витальевны две награды ТЭФИ. Нина Витальевна в журналистике 40 лет. Больше. Уже больше. Сколько? Ну, я пришла 8 лет. Да, мы еще об этом сейчас поговорим. Сейчас мне 67. Нет, мы не будем об этом долго разговаривать. Давайте не обо мне. Хорошо, тогда будем общаться с вами. Нет, теперь ответите, а теперь Светлана Иконникова. Светлана Иконникова, да, также профессиональный журналист, блогер. Светлана Иконникова ведет свой потрясающий курс дрессированной пьесы, на который отлично записалась и уже, по-моему, проштрафила. И не сдала первый тест. Да. Вот. Но я уже в компании. Вот. И Светлана Иконникова преподает в высшей школе экономики. И также вы преподаете, рассказываете про наш... Тот самый сторителлинг. Еще Светлана Иконникова умеет лучше всех на свете писать книги. Поэтому мне очень повезло. У нее столько... Я включу диктофон, буду записывать, а потом переслушивать. Да, у нее только голоса сегодня нет, а так все у нас прекрасно. Ну вы же пишете. Вам конечно, зачем мне голос? Руки есть и хватит. Давайте поговорим, пожалуйста, про вот эту потрясающую книгу, которая, это, знаете, такой эффект невероятный. Как только книга появилась в издательстве «Клевер», как только она пришла из типографии к нам в редакцию, она сразу же закончилась. Единственный экземпляр остался у главного редактора, потому что она, как Цербер, на своем кабинете не отдает. Пришел новая партия со склада к нам в редакцию, и она снова закончилась. Эту книгу забирают сотрудники, забирают для себя, читают сами, читают детям, дарят в подарки. И мы вот действительно специально для интервью заказали новую поставку с нашего склада, на котором она, кстати, уже закончилась, и мы отправляем книгу в дополнительный тираж. У нее невероятный эффект, вот, и у этой книги. Но мой вопрос будет такой первый и немножко провокационный. Когда мы эту книгу вот представили впервые на... Это был такой фестиваль детской книги, он проходил в государственном ведомстве, очень было много детей, взрослых. Дети стояли, вот ее держали, мне нужно обязательно купить, мне нужно, сейчас пойду позову, сейчас мне переведут деньги, там... В общем, дети вот так стояли с этой книгой. А взрослые, когда подходили, говорили, блогеры... Мы, нет, это вот нам неинтересно, ребенок блогером, нет. Мы, конечно, выкрутились, мы когда полистали книгу с родителями, вот. Но мне очень интересно узнать ваше мнение как авторов. Вот чем, может быть, вы назовете 5 таких вот причин, почему стремление стать блогером ребенка – это хорошо. Вот можете назвать вот как авторы? Вот, хороший вопрос. Да. Я понимаю родителей. Начну с этого. Потому что... Ну, например, когда дочери всяких чиновников печатают в Инстаграм всякие дорогие шмотки и всякие дорогие путешествия, то это становится проблемой для чиновников. Когда ребенок начинает писать в Инстаграм все, что угодно, то находятся какие-нибудь хитрые люди, которые по его Инстаграм начинают понимать, как живет семья, а иногда семья к этому не готова. И мама может быть в неудачном купальнике, и папа может что-то жевать. И все это будет выложено в Инстаграм или там в ВКонтакте. И, конечно, родители могут быть к этому не готовы, они ограждают свою личную жизнь. И то, что ребенок такой источник информации о личной жизни, это может быть неожиданная такая банановая кожура, знаете, для них и очень неприятная, это могут быть неприятные разговоры. То, что ребенок может быть автором для таких же ребенков, вот это родителям в голову не приходит, а зря. И я думаю, что наша книга как раз про то, как писать свой личный блог, вырастая как личность для таких, как ты, для твоих ровесников. И очень много же у нас примеров уже сейчас хороших детских блогов. Вовсе не про то, где путешествуют и какие шмотки покупают, и что едят, а вот про то, что тебя интересует, какой фильм ты посмотрел, какую книгу прочитал, что ты думаешь. Про собак, про своих, про кошек, но не про родителей. Поэтому я думаю, что родителям, как всегда с детьми, просто надо какие-то правила установить. И, кстати, эта книга помогает детям разобраться, что о чем можно писать в соцсетях, а о чем не стоит. Или о чем прежде чем писать, нужно согласовать с тем, про кого ты пишешь. Вот про это мы тоже рассказываем.
Вы знаете, у меня уже я публичная, с 8 лет на телевидении я публичная, и у меня 3 детей, 6 внуков, и старшей внучке уже 26 лет, вот через 2 дня будет. И я каждый раз, когда в своем Фейсбуке или там в Инстаграм хочу что-то про детей и про внуков, я каждый раз согласовываю каждую фотографию и каждую фразу. Потому что профессиональный журналист? Нет, вот это же возможно. Возможно согласовывать, потому что у каждого свои ограничения по публичности. Но если ты согласовываешь, ты уже делаешь правильно. Но запрещать? Мне кажется, зачем нужен блог? Да даже для того, чтобы просто понять, кто я. А это же очень самое важное, наверное, для подростка. И это не важно, для какой профессии это. Кто я такой? Что мне есть сказать людям? Фактически запрещать блог – это запрещать человеку общаться. Потому что для чего люди приходят в соцсети? Для того, чтобы поговорить с другими людьми. Это точно такой же разговор, как разговор на переменке. Просто на перемене мы общаемся ртом, а в соцсетях мы общаемся руками, фотографиями. Поэтому ограничивать подростка особенно в общении, а для подростка общение – это самый главный для него, самый важный вид деятельности, не учеба на самом деле, а именно общение с себе подобными, со своими сверстниками, так нас природой заложено. Ну, мне кажется, это нечестно ограничивать подростков в том, что им важно больше всего. Поговорить об этом надо, и какие-то ограничения, которые связаны с вашими там установками или вашей работой, до сих пор есть какие-то секретные профессии и прочее. Ну, вот это возможно. Но ведь есть еще одна вещь. Вы знаете, кого не любят подростки? Да и вообще мы тоже с вами, честно говоря, взрослые. Тех, кто читает всех, а сам ничего не пишет. Это очень подозрительная история. Когда мы смотрим профиль на Фейсбуке человека, который попросился в друзья, а там ничего нет, одни перепосты. Я не знаю этого человека, я не понимаю, а зачем мне такой друг? Поэтому если подростку как бы запрещено изначально, а он еще и сам боится, а если он боится, он может даже опереться на то, что родители не разрешают, и отложить свое самовыражение, а потом все равно придется это делать. Если мы себя не воплощаем в этой жизни, в работе, в детях, в мечтах, в увлечениях, в книгах, я не знаю, каждого свое, то, ну как, все равно же это придет, только придет очень поздно, через разочарование, через какие-то ошибки. Поэтому я за любую активность, и, конечно, надо быть рядом, но это такая родительская история. Нина Витальевна, насколько я знаю, это вот эта книга, она вот у вас, получается, Светлана, вместе первая детская книга, правильно я понимаю? И вот судя по книге, вообще, на самом деле, еще раз, буду много раз говорить, насколько она потрясающая, потому что это такой очень хороший, кратко изложенный курс журналистики, плюс ваш невероятный опыт вашей работы в журналистике, прямые эфиры, непрямые, ну вот здесь и очень много кейсов, да. Ваши как раз, да, примеры из тренингов, это настолько действительно очень интересно и здорово, и это же можно было бы написать, например, такую взрослую книгу, и наверняка бы она тоже стала бы хитом. Но почему дети, почему вот эта книга для детей? Это книга для всех. Нет, подождите, давайте скажем, это книга для детей, потому что есть издательство «Клевер». Ну, у нас... Вот и все. Да, вот и все. И если бы нам какое-то серьезное издательство, там, я работаю с Манано Фербиш, с Альпиной, заказала бы книгу «Как стать видеоблогером для взрослых», но только что у меня была серия тренингов для компании «Сибур», но мы не только для «Сибур», для «Росатома», и там все время есть задача для генеральных директоров, для лидеров, чтобы они вели свой блог. И они такие испуганные зайцы, они готовы что угодно делать, они знают свой «Сибур», они знают технологии, они знают... профессиональные все вещи, они хороши с людьми, но тот сесть, свой блог писать, они прямо... Они никогда этим не занимались. Короче говоря, вот эту книгу я дарила им. Так. То есть не просто дарила, а выхватывали друг у друга. Я сначала просто подарила одному, и вдруг ко мне подошли эти люди, сказали, что за любые деньги, потому что они будут по этой книге учиться, как вести свой блог. Если бы заказала издательство для взрослых, мы сделали бы это для взрослых. Дело в том, что я просто видела Александра Альперовича на том самом «Реформе», где он выступал после меня. И мне безумно понравилась его презентация. Вы знаете, ведь лучше всего лучшая книга для детей, та, которая для взрослых. Да, лучшая книга для взрослых, да. Которая... Это книга для детей, да. Вот это вот книга для всех на самом деле. Просто если это хорошая книга. Я могу сказать, хорошая, потрясающая на вас не действует. Она, наверное, дорогая, к тому же вообще подумать надо, это еще ребенок пойдет в какую-то отрасль, которая вам не очень нравится и опасная для вас, может быть, да? Книга не скучная, вот это точно я могу сказать. Этот человек абсолютно не скучный, настолько, что я
когда мы делаем книгу, я хохочу, я так люблю этот процесс, потому что со Светой это невозможно. Она каждую фразу умеет так перестроить и сказать, это дар ироничного легкого слога, который, честно говоря, ну вот есть у нас в стране, там, Жванецкий, скажем, но вот есть Светлана Иконникова, у которой есть свой собственный стиль разговора. И я с таким удовольствием, Нина Витальевна, которая со своим контентом должна написать книгу о том, как нужно делать комплименты. Кто не умеет делать комплименты, так хорошо, кому. Может, я бы уже написали в одной из книг, как делать комплименты. Короче говоря, я влюбилась в Альперовича. А Света, когда я сказала, что я познакомилась с Альперовичем, она сказала, клевер. И она сказала, у Светы двое детей, и маленький, весь воспитан на книгу Клевер. Младшему сыну 5 лет, и, естественно, он читает книги Клевера с тех пор, как начал отличать свет от тьмы. Да, я позвонила своей дочери, топ-менеджеру, супер-топ-топ-перетоп-менеджеру и бизнес-леди, да, Кате Петелиной, которая сейчас у нас возглавила визу на США и Канаду, операционный директор. И я говорю, Катя, а вот это Клевер. Клевер? Я поняла, что я попала в какую-то такую вот правильную компанию. Что это издательство прекрасное. А еще мне очень давно хотелось, чтобы у Светы была фамилия вот здесь. Света написала много книг. Много книг. И она писала книги по заказу. Для одних, для других, для третьих. Делает это легко, интересно, но это не ее были книги. А еще она помогла мне написать 2 книги. И «Семья, что надо», и книгу «Тренажер». Mm-hmm. И мы начали работать вместе. Но это были мои книги. И даже я предложила Свете. Говорю, давай уже сам. Нет, это ваша книга, я должна быть своей. То есть у нас вот как-то еще все, ну, очень по-честному, очень все правильно, да? А я там пишу благодарность, естественно, и очень благодарна, потому что мы, ну, совпали очень хорошо. И мне очень важно обсудить каждый мой тезис. Мне 67 лет, и я все равно человек оттуда, советский человек. И мне нужно тоже обрабатывать себя под нынешнюю лексику, под это крутой, прикольный и под всякие вот эти штучки, фишки, которыми, конечно, она абсолютно владеет. И поэтому очень хорошо совпали я со своим содержанием, бесконечным опытом, и Света со своим стилем, и тоже уже очень крутым опытом. Скажите, кратко, что же будет на мастер-классе на выставке нонфикшн в гостином дворе? О чем мы поговорим с нашими гостями, кому приходить? У меня есть такая фишка, я на доске пишу 5, ну, минимум предлагаю, 5 тем разных, вот, которые у нас сейчас вот есть в наших книгах. И публика голосует за то, что они выбирают. Когда они голосуют, мы, значит, на эту тему поговорим подольше. А другие чуть-чуть тоже. Чтобы каждый ушел с выполненными пожеланиями. Поэтому не мы, а вы подумайте. О чем вы хотите услышать, а наши возможности. Ну, вы уже поняли, наверное, это про то, как писать, как выступать, как говорить, как общаться с детьми. То есть тема прям безгранично. Читайте «Звезду соцсетей», вы ее точно до 7 декабря прочитаете, наверняка у вас появятся какие-то дополнительные вопросы, может быть, захотите обсудить какие-то свои собственные истории, кейсы с профессионалами, с нашими авторами, с Ниной Витальевной Зверевой, с Светланой Иконниковой, и будем вас ждать на выставке «Нонфикшн» 7 декабря.